В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы предлагаем свое вещание на русском языке на коротких и средних волнах, через спутник и в интернете. Подробно о времени и частотах нашего вещания вы можете узнать на веб-сайте nhk.jp/russian. Приглашаем послушать наши программы. Дорогие радиослушатели, в эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. В Токио в районе Сибы в полдень по японскому времени ясно. Температура воздуха 22 градуса тепла. Мы начинаем нашу передачу с информационного выпуска, в начале которого о главных событиях.